Добрый день, наши маленькие друзья, добрый день, родители, папы, мамы, бабушки, дедушки. Мы рады продолжать традицию, значит, прошлые века, когда воскресные дни, праздничные дни, семейные посещения театров, концертов. Мы продолжаем сегодня. Вы услышите сказку. Она будет интересна для взрослых, потому что это сказка для маленьких взрослых. И написал ее удивительный человек, французский писатель, летчик, романтик Антуан де Сент-Экзюпери. Вы услышите сказку в сопровождении музыки, потому что музыка помогает раскрыть образы. Музыка заставляет фантазировать. И слушая слово и музыку, каждый будет представлять в своем воображении свое видение. И это прекрасно. Особенно орган. Органы скрипки, органы голоса. Так сказка «Маленький принц». У меня сломался самолет, и я вынужден был сесть за хвори. На тысячи километров вокруг не было человеческого жилья. И каково же было мое удивление, когда рано утром на рассвете я услышал тоненький голос. «Нарисуй мне барашка!» Передо мной стоял маленький мальчик. Я еще раз повторяю вокруг. На тысячи миль не было человеческого жилья, но было не похоже, что он заблудился, его забыли родители, и он страдает от голода. «Нарисуй мне барашка», — повторил он. Как ни странно, я достала с планшета лист бумаги и нарисовала. И он сказал возмущенно: «Нет, мне не нужен слон в ударе. Удав большой, а удав страшный». Я нарисовала барашка. Он посмотрел: «Нет, этот какой-то хилый». Я нарисовал еще одного. «Но неужели ты сам не видишь? Это же старый, это баран, у него рога. А мне нужен маленький барашек, чтобы он долго жил». Наконец я не выдержал и нарисовал ящик. «Вот тебе ящик. А в нем барашек. Он очень маленький». И каково было мое удивление, когда, наконец, он улыбнулся и сказал: «Нет, он не такой уж маленький. Как раз такой, как нужен. Ведь у меня все очень маленькое на моей планете». Он наклонился к ящику и сказал: «Смотри, а он уснул». Так я познакомился с маленьким принцем. Я никак не мог найти поломку в самолете. Я торопился. Когда он однажды спросил меня, указывая на мой самолет: «А это что? Что это за штука?» «Это не штука, это самолет. Он летает. Я прилетел на нем». «Так значит, ты прилетел с другой планеты?» Я понял,
постепенно, что он прилетел с другой планеты, что у него очень маленькая планета, он мой маленький принц. Как скучна была твоя жизнь. Единственным развлечением было только то, что он хотел смотреть закаты. Давай, пойдем посмотрим закат. Я засмеялся. Но сейчас еще утро. А у меня много закатов на моей планете. Постепенно я узнавала о нем все больше и больше. И однажды он спросил меня: «Скажи, зачем цветам нужны шипы?» Я нервничал и сказал первое, что мне пришло в голову. «Это потому, что они злые». Он замолчал, а потом сказал: «Как же так, вот если у тебя есть один единственный цветок, а вот барашек возьмет и съест его, и это ты считаешь, что цветы злые? Нет, тысячи лет идет война между цветами и барашками. И это, по-твоему, совершенно не важно». Он стал серьезным, а потом заплакал. Я взял его на руки и стал баюкать. Я прижал его к груди, я слышал, как бьется его сердечко. На моей планете, на моей звезде, на планете, которая называется Земля, плакал маленький принц. Я пытался его утешить. Я говорил ему, что я нарисую намордник и барашка, что я сделаю защиту для твоего цветка. Но он продолжал плакать. Боже мой, как же было докричаться, достучаться до его сердца. А он ускользал от меня. Какая же неизведанная и таинственная эта страна слез. Thank you.
а незнакомая гостья все прихорашивалась в своей горнице. Она примеряла лепесток с лепестку, подбирала цвет. И однажды, рано утром, на рассвете, едва взошло солнце, бутон раскрылся. Простите, я такая растрепанная. Вы прекрасны, сказал маленький принц. И заметьте, я родилась вместе с солнцем, сказала гостья. И маленький принц понял, что она не страдает избытком скромности. А она кашлянула и сказала, кажется, пора завтракать. Поухаживайте, пожалуйста, за мной. Он набрал ключевой воды и полил цветок. А у меня есть 4 шипа, поэтому я не боюсь тигров. Но у меня на планете нет тигров. И потом тигры не едят траву. Я не трава, обиделась гостья. И маленький принц понял, что она еще и капризна. Вот, вы знаете, я очень боюсь сквозняков. У вас есть ширма? Принесите, пожалуйста. И маленький принц подумал странно. Цветок, а боится сквозняков. Ну, где же ваша ширма? Ну, я не мог же уйти, не дослушав вас. А у вас здесь много насекомых? Есть ли у вас стеклянный колпак? Пожалуйста, ночью закрывайте меня колпаком. Странное растение, подумал принц. А маленькая гостья все продолжала кашлять, чтобы показать ему, насколько он виноват перед ней. И хотя маленький принц полюбил цветок, ему было странно, что она настолько непредсказуема. Зря так думал, сказал маленький принц мне. Нужно было просто вдыхать аромат, ведь она напоила ароматом всю мою планету. А я почему-то сердился на нее. Ведь важны не слова, важны дела. Не нужно было слушать, что она говорит. А я почему-то действительно не думал об этом. И я понял, что маленький принц решил улететь вместе с перелетными птицами. В последний день он прибрал свою планету. Она была очень маленькая, но у него было 3 вулкана. 2 действующие и 1 потухший. На действующих они были ему по колено. Он разогревал обед, а вот на потушек он сидел, но он прочистил все вулканы, и действующие, и потушки. Когда чистишь вулканы, это как в печке. Прочищаешь, и тогда печка горит плавно и хорошо. Но на Земле люди маленькие, вулканы большие, и нельзя их прочистить, поэтому от них много бед на Земле. Но он прочистил вулканы и подошел, чтобы проститься со своим цветком. «Прощайте», — сказала она. «И поскорее уходите. Если задумали уходить, уходите». И принц увидел, что она очень грустная. «Я люблю вас», — сказала она. «Вы не знали об этом, это моя вина. Мы оба очень глупые». И маленький принц сказал, «Сейчас принесу ширму, и нужен ли колпак? Нет, нет.
не нужен колпак. Ведь я же цветок. И если я узнаю двух-трех гусениц, зато я узнаю тогда и бабочки, они, очевидно, прелестные. Ведь там, откуда я прибыла, она тут же замолчала. Она не могла знать, откуда она прибыла. Уходите поскорее. Она отвернулась. Маленький принц понял, что она не хотела показывать ему своих слез. Уходите. Если появятся тигры, я смогу от них защититься. И она показала своих четыре шипа. Это был очень гордый цветок. Маленький принц попал на землю, но не увидел людей. Странно. Странная какая-то планета. На ней совершенно нет людей. И вдруг он увидел в песке, как блеснуло колечко лунного света. «Здравствуйте», — сказал маленький принц. «Здравствуй», — ответила змея. «А где же люди? Куда я попал?» «Это Африка, пустыня. Люди здесь не живут». «Странно, но ведь это так одиноко, когда нет людей». «Среди людей тоже одиноко», — ответила змея. «А смотрите, вот прямо надо мной моя планета». «А как ты попал сюда?» «Я поссорился со своим цветком». «А-а-а, понятно. Странно», — сказала змея. «Красивая у тебя планета». «Но почему же вы говорите все время загадками? Вот вы не толще пальца». «А могущество у меня больше, чем у короля. Я могу унести тебя очень далеко». «Но у вас же даже лап нет. Вы не можете путешествовать». «Ха». И она обвелась вокруг щиколотки маленького принца. «Если я могу унести тебя дальше, чем любой корабль, и когда ты поймешь, что захочешь вернуться, ты только скажи мне». «Я понял. Странно. Странно так на земле». «Это пустыня». И они оба замолчали. Маленький принц пошел дальше. Увидел горы. Он решил забраться на вершину и решил, что оттуда он увидит сразу всю землю и увидит людей. «Добрый день!» — крикнул он. «День, день, 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 день!» — ответила эхо. «Кто вы?» «Кто вы, кто вы, кто вы?» — ответила эхо. «Я очень одинок!» «Одинок, одинок, одинок!» — ответила эхо. «Странная планета, совсем сухая и соленая. И люди на ней повторяют только то, что им говоришь». И маленький принц пошел дальше. Он шел, преодолевая горы, леса, и, наконец, вышел к людям. «Здравствуйте», — сказал он. Перед ним был огромный сад.
полный роз. «Кто вы?» — спросил маленький принц. «Мы розы». Слова только мешают. А потом
садись все ближе и ближе с каждым днем. Я перестану тебя бояться, и ты приручишь меня. На следующий день маленький принц пришел и сел на пригорок. И лис сказал ему: ты должен приходить в одно и то же время. Скажем, если ты придешь 4, я в 3 начну уже готовить свое сердце. Я уже начну волноваться, потому что я буду думать о тебе и готовиться к встрече. Вон, видишь, в полях шумят колосья. Я не ем хлеб, и колосья мне ни к чему. Но у тебя золотые волосы, и я буду вспоминать тебя, глядя на колосья, полюблю их шелест на ветру. И твои шаги будет словно музыка. Я буду различать их. Thank you.
Я закрывал ее ширмой. Она моя. Розы очень смутились. Вы красивые, но пустые. И маленький принц возвратился к лису. Запомни, сказал лис, зорко только сердце. Самого главного глазами не увидишь. Самого главного глазами не увидишь, повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить. Твоя роза так дорога тебе, что ты посвящал ей все дни и все ночи. Потому что я посвящал ей все дни и ночи, повторил маленький принц. И запомни истину, которую люди забыли давно. Ты в ответе за всех, кого приручил.
Почему мне грустить? И все-таки мне было очень грустно. Точно раненая птица бьется в клетке.
Знаешь, хорошо, что ты починил свой самолет и вернешься домой. Я тоже сегодня вернусь. Только это гораздо дальше. Откуда ты знаешь, что я починил самолет? Я не говорил тебе. Он улыбнулся и ничего не ответил. Только не приходи сегодня, потому что тебе покажется, что мне больно, что я умираю, но это не так. Мое тело очень тяжелое, но я должен вернуться. Я должен вернуться, ведь мой цветок один-единственный, такой беззащитный. Ведь ему нужна моя помощь. Малыш, что ты задумал? Зачем? Знаешь, я подарю тебе один подарок. И он засмеялся. Ах, как я люблю мой смех. Это и есть мой подарок. Я не могу показать тебе мою звезду. Она очень маленькая. Но это даже хорошо. Потому что ты будешь смотреть на небо и думать обо мне. И думать о том, что где-то там, среди этого миллиарда звезд, есть одна, на которой живу я. А я буду вспоминать колодец и воду. Будто ты подарил мне 500 миллионов таких колодцев.
Если вы, как и я, полюбили маленького принца, посмотрите на звезды и подумайте, жива ли эта роза? Я думаю, да. И я думаю, что маленький принц возвратился на свою планету, потому что, когда я вернулся в том месте, я не нашел его тело, хотя он говорил, что оно очень тяжелое. Значит, он смог вернуться на свою планету, к своей розе. И думайте о том, что вы в ответе за всех, кого приучили. Всего вам доброго, до свидания.